А сейчас, ребята, на правах рекламы небольшое отступление от новостей. Группа Neuropunk ищет себе игроков с хорошим онлайном, те, которые знают, как набивать УВ. И, в общем, состав решили пополнять. Девушки, парни, ждем вас, пишите лидеру на прием. А теперь к новостям. Давай, ребята, быстро пройдемся. Итак, мои господа хорошие, с вами Лига Music Wars. Итак, у нас лето продолжается, и новая партия подарков уже в пути, можно сказать. Ну, про затаривание я ничего не говорю. Накопив хорошее количество звезд, есть время их потратить. Наши любимые восточные ребята поделились с нами щедротами своими. И моя любимая Нанаева скоро засыпет меня арконом по самое не балуйся. И будет у меня его большой возик и тележка. Конечно, яйцо композитора. Да-да, вы не ослышались, именно яйцо. Потому что оно у меня просто так валяется. Пока ему большего применения я не нашел. И, конечно, мой любимый GT-шник. Ну, покажись мне, покажись, Субарик. О, два Субарика. А три можешь? Люблю глюки подхватывать. Итак, у нас он третьего. Ой, еще один. Еще один есть. Только у меня так, по-моему, игра виснет. Блин. Давай сначала. Ну вот мы перегрузились. Теперь, надеюсь, у нас Субарик не повиснет. Что у нас там в гараже? Ну-ка мы Субарика глянем. У нас он третий. То есть четвертый и пятый. Я думаю, я не вытяну вообще ни одного. Ну, хотя можно постараться. Этот я вытянул немножко, хотя бы 8 дней, и этот 8 дней. Так что исчезнут они у меня, и все. В общем, ребята, кто купит хорошее количество особых подарков, свяжитесь или оставьте комментарии. Хочу узнать, со скольки подарков выпадает этот Субарик, чтобы точно знать. Ну а теперь к новости номер 2. Как вы понимаете, прогресс не стоит на месте, и обновление программного обеспечения постоянно идет вперед. Поэтому месяц назад, ребята, то, что вы скачивали программку очень интересную, которую я создал для раздачи бота, вот она. Вот. Все, кто пользовался, молодцы. Но я изменил немножко название, потому что сейчас, да, действительно, придется мне его немножко переделывать. Потому что бот изменил структуру с 22 на 23. Дальше Chrome обновился до 60 версии, изменив структуру. И поэтому придется мне немножко бот доделывать. Я уже начал с ним заниматься. То есть вот он постепенно, видите, приходит в себя. Сейчас буду проверять, как работает, и буду заново, ребята, закачивать его. Для тех, кто не мог скачать бота, еще раз говорю, посмотрите внимательно инструкцию. Ничего сложного в ней нету. Перейти по ссылке, выполнить мелкие задания и скачать, ничего сложного нету. Мне постоянно. И еще раз, кто не понимает, ребят, напишите мне в ВК, в группе, я помогу, если что непонятно отдельно. Пока я вижу только тех людей, которые не досмотрели видео до конца. Вот и все. Ну и теперь, конечно, третье. Очень хочу себе Нанаеву, хотя бы какого-нибудь небольшого уровня.
мелкого. Поэтому буду открывать 30 подарочков своих. Хочу на Наеву. Хоть бы выпало. Так. Чувствую 23 февраля и 8 марта. Продолжается. Так, итого 6 подарков. Плюс 1. Ничего. А вон кактус есть. Кактус — нужная вещь. Ну это тоже очень. Так. Давай. Даже второго уровня нет. Ё-моё, с 30 подарков. Ух ты, ничего себе. Еще раз. Это что там такое происходит? Есть. Очуметь, сколько надо было открывать. Так, в общем, с 30 подарков 2 наноевы. 6 дней использования. Блин. Итого получается, это первый на 6-й. Второй на 22-й. То есть третий мне должен быть где-то на 40-й подарок. Ну-ка, давайте-ка еще докупим. Вот так. Ну, вернемся обратно. Еще откроем. Еще один. Чувствую себя нищебродом. Сижу, открываю мелкие подарки. Отлично. Ну, правильно, я так и думал, конечно. Все правильно. 6, 22 примерно. И 43. Ну, примерно схема. Следующий подарок будет только на 70-м. Ну, ладно. Вполне нормально, адекватно. О, теперь у меня появились арконы 29 уровня. А вам, ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Будем делать новые видео, искать новые глюки, открывать новые секреты. Играйте в Music Wars правильно. Счастливо!